что нужно. Еще раз что-то сказать. Вот, на самом деле алгоритмы простые, простые. Сань, там, плохо слышно. Повтори минуту, плохо слышно было. Хорошо, сначала. В общем, мы с тобой все время говорим вот, об игре, в которой выигрывают все. Правильно же я понимаю? Да, да. Мы с тобой на одну тему. Да, вот. Вот я уже 2 года вынашиваю идею снятия фильма. Я искал режиссера, с кем можно это было бы сделать. Вот. По поводу, вот когда я увидел интервью, вот это ваше, вот, я понял, что идейно вы, ну вот Алексей, тот, с кем бы мне хотелось пообщаться на тему снятия фильма. Показать мир. Через 200 метров поверните налево. Выгодно. Вот эту психологию из того мира показать. Как может быть устройство общества, как может быть устроено общество без денег, справедливо, понятно, 5-летнему ребенку с простыми алгоритмами, с простыми законами. Вот. В общем, ну вот, сначала, для начала так, а вообще лучше встретиться, потому что, ну, мне надо поверните налево. Это лучше не по телефону. Да, я понял. А что-то есть, типа сценария, синопсис или какой-то заявки? Ну, то есть... В чем механика? Смотри, я тоже долго ломал голову, как, я же не сценарист, как написать сценарий. Очень долго ломал голову, что. И тут мне попалось где-то год назад, может чуть больше, мне попалось произведение Эрика Франк Рассела, и не осталось никого. Есть аудиокнига, есть, она там в аудиоформате, там часа два или три, что-то такое. Вот по мотивам уже можно, то есть там, если суть, вот поймешь, там смысл в чем? Там прилетает внеземной корабль. Через 200 метров, поверните налево. Империя, вот, прилетает на планету, вот, и там устройство общества на планете настолько прекрасно, и люди живут, что люди с этого захватческого корабля начинают дезертировать, оставаться жить на этой планете. И чтобы не потерять управление кораблем, в общем, этим... Те, кто владеет, они были вынуждены смыться с этой планеты. Вот, вот там как раз показано устройство психологии, устройство мира без денег. Через 200 метров, поверните налево. Как это устроено. Но не обязательно снимать по мотивам. Просто саму концепцию выдать можно по-другому. Можно на... Я правильно понял, что кто-то прилетел на другую планету, им понравилось, здесь живут, и они просто захотели все остаться, или не так? Там они начали бежать, там же какой-то консул, это имперский корабль, там около 2000 человек. Они приехали с целью захватить планету, да, но захватить в итоге они остались. Там. Ага. Поработить, да. И когда люди начали уходить в увольнение, они стали не возвращаться на корабль. А чтобы управлять кораблем, там нужно минимальное критическое количество людей, там что-то там человек 800, чтобы корабль... До конца маршрута осталось 100 метров. Имперский посол понял, что если они еще один день хотя бы здесь промедлят, у них оружие, они могут все уничтожить планету целиком, вообще там ее в прах стереть. Да. Вот. Но он понял, что если еще день-два он промедлит, то у них не останется никого, кто будет управлять кораблем. И он... Вы приехали. Сам смысл, то есть устройство общества, когда человек увидел и захотел так жить. Это, допустим, как вот, скажем, наши там враги, например, нас хотят поработить, они не знают просто... другого устройства, а вот они, чтобы они перешли на нашу сторону, чтобы они приняли это с великой радостью, понимаешь, вот такая идея. Да, я понял. Меня интересует вот здесь самый важный момент, как бы это не звучало практично, да, но здесь нужен движок, то есть понимать, или мы основываемся на каком-то произведении, вот, например, на этом, да, либо там вот есть книги Владимира Мегре, опять же, очень, ну, на мой взгляд, такие продуктивные. Мы можем сделать агрегацию лучшего и сделать свой, ну, свой сюжет. Ты, вот, ну, потрать, пожалуйста, там 2 часа времени, 2 или 3, аудиокнига. Вот прослушай ее, она, в принципе, короткая. А как она вот, называется сама еще раз? И не осталось никого. А автор? Эрик Фрэнк Рассел. Эрик Фрэнк Рассел, ага, понял. Окей, спасибо, ну почитаю. Вот. А есть какой-то ресурс на это кино? Просто... чтобы делать даже мелкобюджетное кино какое-то, все равно уже какие-то деньги, ресурсы, там тоже оборудование. Ну, то есть вот. Но я скажу так, есть идеи. Просто я много чем как бы старался заниматься, но я всегда приходил к тому, что я нанимал профессионалов, и когда у меня кончались деньги, они все разбегались. Угу. Я пришел к мнению, что ну, вот такие вещи нужно делать только с идейными людьми. И вокруг меня уже большое количество людей, кто готов без денег заниматься такими вещами. Угу. Вот.
И мне просто, у меня нету, как бы, вокруг чего это собирать. Вот если мы с тобой договоримся, я начну действовать, я начну вещать и собирать народ. Вот. Просто я не могу их просто под себя собрать, потому что я не режиссер, я не сценарист. Я только носитель идеи и понимания того, как это показать можно. Но я скорее консультант. Вот. Если мы с тобой на этой идее сойдемся, я начну действовать. Вот. И мы, быть может, само снятие фильма, мы снимем, соберем деньги по другим алгоритмам. Формат, может быть, не надо, вот как вот мы привыкли, полтора часа. Может, это будет сериал, как типа там ТикТок, знаешь, там затравки по 7 минут там давать, вот, и люди начнут скидываться. Форматы, да, разные могут быть, согласен. Да, идей много. Нам бы с тобой встретиться, пообщаться, вот, часа два поговорить. Я тебе выложил все, что у меня накипело. Да, вот, я понял. Ну, у меня на самом деле тоже такая похожая идея уже лет 5 в голове бродит. Я пока не могу понять, от чего отталкиваться, чтобы приступить к ней. Ну, единственный источник, на который вот я бы хотел ссылаться, это Владимир Мегре, вот Анастасия, изменяющий кедр России, как там описано, как наши предки жили там 60 тысяч лет назад, да, о чем вообще в истории нигде не упоминается. Когда они были связаны с пространством настолько, что враг, если приходил к нему в сад и ел без спроса яблоко, то яблоко могло выработать яд. Ну, то есть он настолько был защищен и был продолжен вообще во всем пространстве, ну, своей земли. Прекрасно. Да. Вот, прекрасно. Вот у меня пока такой источник, да, есть, с которым я знаком. И... А вот книгу, я тебя прошу, книгу вот эту прослушай или прочитай, как ты больше любишь. Я просто люблю больше аудиоформат. Не, я тоже ты понял, слушаю, то, о чем да, я говорю. Читать как... не люблю, да. Как это просто может быть, вообще просто. Тут просто это показать, чтобы это у людей в сознании. Чем больше людей начнут эту идею эманировать, это моментально в пространстве проявится. Да, нам да, нужно да, вот да, этот да, стартер, да. Стартер, запустить вот этот стартер. А эта книга, она очень простая к пониманию, то есть там никакой фантастики особой нету, кроме инопланетного корабля, ну, для большинства людей. И все понятно, все просто настолько, что, ну красота. Вот да, я да, когда да, это услышал... Да, прочту обязательно, спасибо. Потому что я долго искал, на чем, от чего оттолкнуться. И когда я на это произведение вышел, я понял, что вот уже вокруг вот этого произведения можно договариваться сама о сути идеи того, что мы хотим сделать. Да, ну давайте как, я тогда могу свой телефон продиктовать, вы мне сбросите там по WhatsApp или смс-ке свой, ну как-то о себе дадите знать, чтобы была связь. Сейчас, беру ручку, сейчас ручку беру. Угу. Сейчас найду. Как всегда, когда надо что-то важное записать. Давай я сейчас другой телефон запишу. А, ну или я могу здесь в WhatsApp попробую, сейчас я посмотрю, как это сделать. Все, я готов, давай. 8903. Так, 903. Да, 135. 135? Да, 16-13, Алексей. 16-13. Когда? Это я набрал, сейчас выключу. Когда мы, время есть свободное, когда можем видеться? Ну, я бы, наверное, после четверга следующего это сделал, потому что я сейчас пишу сериал, и у меня там, хорошо. Я как раз вот похожую историю разрабатываю, но у меня вот в сюжете история называется «Лайфхакеры», да, и она как раз именно о том, как привести тому, человеку, чтобы он открыл глаза. Но у меня базируется все на интервью, в которых люди дают фактически срез собственной жизни, да, я стараюсь обойти все острые углы, то есть, чтобы это не выглядело экстремистски, да. С призывами что-то там менять во власти и так далее. Да, в любом случае, именно отталкиваясь от собственной жизни, проанализировал, что у него происходит, что происходило с предками и так далее, да, чтобы он просто сделал добровольный выбор в сторону себя, наконец-таки. Да. То есть вот того именно, чего хочет он сам. И благодаря тому, что сначала начнут люди сами снимать видео для раскрутки канала, потом это наберет популярность, это будет пародироваться, да, там кто-то будет там снимать один в один, но не важно. Главное, что возникнет поле, как снежный ком, которое захватит всю страну. Да, да. И люди будут добровольно снимать интервью друг с другом о том, что их волнует. И когда уже возникнет резонанс, человек поймет, что он не один. Что ему не надо там героических усилий. Что всех я по интервью понял. Одно и то же. Я по интервью понял, что мы мыслим в одном ключе, и просто у тебя свои краски, у меня свои краски, там у меня много структур разных в голове. Нам бы вот встретиться и пообщаться, хотя бы часа два. А где территориально вообще?
Я в Королеве живу, но я, в принципе, на машине. Желательно ни Москва, ни центр, я могу подъехать, в принципе, куда угодно. Не, я сам просто тоже за городом живу, поэтому можем, как говорится. Но это, я думаю, после четверга следующего, потому что мне сейчас надо дописать. Я просто учусь на платном тренинге, и мне надо... Хорошо, хорошо, да, делай дела, правильно. Все правильно. Вот. Я тебя прошу, ознакомься, да, с этим произведением. Быть может, ты там увидишь то, чего тебе не хватает. Да, возможно, конечно. Я сам вот ищу всякие, это ресерч называется. Мы сейчас ищем как раз материал для того, чтобы писать. Спасибо большое. Вот. Да, вас да не за что. Да, Саша. Саша, хорошо, я тогда... Да. Ну, вы мне отправьте там смс или как-то... Я сейчас, да, на WhatsApp. Сейчас выйду на WhatsApp, и там я, ну, обозначу, что не осталось никого. Напишу. А вы чем занимаетесь? Ну, я сейчас, скажем так, много чем, как бы, и я прошел путь от слесаря и грузчика до владельца разных бизнесов. В 2012 году я понял, что я, ну, не могу, не знаю, как это сказать, проснулся или совесть проснулась, или я осознался, что не могу я больше этим заниматься, вот, и много чем. Я поддерживаю, там, направления всякие научные, ну, у меня в актерской среде, в творческой, у меня большие связи. Я меня, понял. Ну, скажем так, у меня большой круг людей доверяют моему мнению, скажем так. Я во многих областях консультантом выступаю. Я всесторонний, как бы, да, развит, и поэтому нам бы пообщаться, и мне чтобы понять, кого подтягивать и подо что. То есть вот да, это, я понял. Завязать вот этот маячок. Да. Я с удовольствием, с огромным, потому что я тоже именно вот сейчас туда направил себя полностью, да. То есть и кино, ну, у меня есть... Вот сейчас я занимаюсь фильмами, да, у меня там в разработке много сценариев, и они именно тоже на эту же тему. Но я хочу делать кино именно зрительское, чтобы... Ну вот «Аватар» — это для меня вообще ориентир, потому что это кино как раз о том, о чем мы говорим, но это еще и коммерческий успех за счет зрительского успеха. И если даже до 1% людей, увидевших это кино, дошла идея, о чем хотел сказать Кэмерон, да, что мы свою землю просто уничтожаем, а это наш дом, да, то это уже хорошо. Да, а я тебя очень прошу, произведение вот это прослушай, да, мне кажется, ты получишь там как раз кирпичи или там завязки, которых, может быть, тебе не хватает. Как просто и изящно может быть устроен мир. То есть, как нас заморочили так, что мы, ну, мы же все, получается, адепты религии денег, от которой мы не можем отказаться. Ну, все так выстроено. Да, в большей или меньшей степени мы все, да, этой инфекцией пропитаны, я согласен. Вот, ну, тогда давай на этом закончим, да, и на связи. Да, все, спасибо Ярослав. Большое, да. Ага, Ярослав, благодарю. Ярослав сейчас отошел, он мне просто трубку передал. Ага. Хорошо, я понял, спасибо ладно. Большое, что откликнулись, мы вообще это думали, ну, так, для теста сделать. Ну, вот, есть уже отклик какой-то, это уже классно. Да по-любому, я тоже тебе говорю, я ищу, вернее, я искал как бы режиссера, но идейного. Но у меня просто не хочу по телефону рассказывать свой путь, как я искал режиссера, на кого я походил. Да, конечно. Ну отлично тогда. Я готов, я мобильный, машина есть, готов приехать куда угодно, в принципе. Хорошо, ну я вот думаю, после четверга можем, или в ну, скорее всё. После четверга, лучше в пятницу, потому что у меня там вечером как раз тренинг будет, и мне до тренинга надо написать первый акт вот, своей первой серии этого сериала. Ну хорошо, на связи тогда в WhatsApp, желательно сзади меня, ну, чтобы я взял хорошо. На себя обязательства, хотя желательно сзади, чтобы я знал, что, ну, был свободен. Ну, чтобы других людей не подставить. Как-то. Хорошо, а вы мне сейчас звонили и сбросили, да, вот 8-926-200? Да, 926, да, это второй мой телефон, на нем нет WhatsApp'а. А я сейчас выйду с МТС. А, ну понял, в общем, есть у меня контакт, да, хорошо. Угу. Все, спасибо большое, до связи. Все, давай, да, на связи, удачи. Да, взаимно, спасибо. Ну что, интересно, как контакт? Да, очень интересно. Какие перспективы? Ну, надо встречаться, но вроде созвучие есть. Так, мы все разгрузили, пошли. Все разгрузили? Ярослав! О! Олё! Я. Благодарю тебя за твой труд, за труды твои чудесные. Люблю тебя, обнимаю. А, слушай, я отходил, благодарю. Я тут грузил это фрукты, овощи. А? Камеры работала, писалось. Вы там ничего секретного не вещали? Выкладывать можно?
Нет, нет, я по телефону такие вещи уже давно не говорю. Я говорю только то, что можно. Все, можно выкладывать? Все в порядке? Да, да. Хорошо, благодарю, что откликнулся. Вот это и есть самый цимус, как говорят богоизбранные. Открыть прямой эфир, выложить в пространство и информацию. Да. И получить обратную связь в лице пусть одного человека, но зато крайне мотивированного и заинтересованного. Спасибо тебе. Да. Ну, как говорится, пока не за что. Благодарности достаточно. Давай, обнимаю тебя, друг мой. Давай, удачи пока. Во всех делах правильно. Хорошо, пока. Спасибо. Пока. Или дашь какой-нибудь комментарий, ну, подведя итог. Друзья, вы сами все видели. Если вы увидели то интервью, которое было в онлайне, и вот последствия его, то вы понимаете, как это все работает. Если вы запустите интервью, о которых я говорил, то вы можете себе только представить, какой это будет резонанс. Когда вы будете получать обратную связь, поддержку от каждого, кто будет снимать интервью, как и вы. Всего лишь произойдет осознание того, что вы не один, а вы являетесь филиалом богатства вариантов, которое связано еще с другими вариантами. И вот это созвучие для Бога, это будет вообще такой кайф, это экстаз будет для него. А вы это все почувствуете. До новых встреч, друзья. Спасибо. Стоп, снято.